Только для вас. Эксклюзивный вариант. Томми. Дай. Принеси. Хороший мальчик. Дай. Я тебе дам косточку. Можно тебя погладить? Можешь тебя погладить? Томми хороший мальчик. Он ест только мясную пищу. Он любит идти. Давай по второму разу. Он вообще такой забавный. Я его люблю. А вы его любите? Томми, скажи свое секретное желание. Ты хочешь котлеты по-киевски? В следующий раз. Котлеты по-киевски. С косточками. С этими, с рыбными, да? А знаешь почему? Потому что ты заслуживаешь уважения. Твой хвост – это антенна. Антенна – это Wi-Fi. Антенна, которая дает нам доступ к интернету. Ты мне не веришь? Не надо меня кусать. Молодой человек, вообще домогайтесь. Ладно, конец связи. Этот самец не пристает. Третий раз показываю. Вот. Что значит верный пес? Дай лапу. Он не лапу дает, он сразу облизывается. Знаете почему? Мы живем в той стране, где надо вначале полизать, потом поплевать. Во времена Брежнева была такая ситуация. Если ты хочешь быть угодным человеком, работай по закону. Если ты работаешь против закона, ты попадаешь под статью. В данный момент времени Леонардо Ионович имеет 52 года. Он военно обязанный. Неважно, что, как, я не буду детализировать, но поверьте мне, вот то, что сейчас происходит, произойдет со мной, если я не выполню те требования, которые надо делать. Вам весело, а мне не очень. Я вам очень благодарен. Я вам дуже гарно дякую. Я вам вдячный, что вы разумеете, что это Закарпатская область, город Мухачево. Здесь все происходит. Здесь иногда за одну минуту рождаются близнецы. Маленькая компания. Это вообще-то шутка.